Ультимат – это командный вид спорта, для игры в котором используется летающий диск – фрисби. Цель игры – зарабатывать больше очков, чем команда противника. Очки начисляются каждый раз, когда кому-либо из игроков удается передать пас товарищу по команде, находящемуся в зоне противника. Кидай. 25 сентября стартовало первенство России по ультимат фрисби. Первый этап первенства прошел в Ашукино. Там был организован открытый турнир Ашукино Грин среди юношеских команд до 18 лет. Участие приняли 6 команд из разных городов – Москвы, Твери, Серпухова, Жигулевска, Костромы. Также была команда и из округа Пушкинский. Для участия в первенстве команда должна была иметь в своем составе не менее 6 человек. Турнир проводился в разных дивизионах – смешанном и открытом. Все игры, кроме финала, длились 25 минут. Доигрывание составило плюс 1 минуту. Финальная игра проходила длительностью 40 минут. Победный счет – 15 очков. Победителем турнира стал Тверской «Ультимат-клуб». Второе и третье место у московских «Супернова» и «Юнион». Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение.